Всем привет! Сегодня я вам покажу одну единственную трудную работу для водителей троллейбусов, абсолютно любого троллейбуса, который они ставят штанги на провода, как у меня на БКМ. Мы, короче, поедем по первому маршруту, как раз таки. Я вот вставлял штанги вот. И сейчас я вам покажу одно единственное место, где трудно работать водителем троллейбуса. А именно, когда слетают штанги в этом месте каком-то. Вот, первое место в том, что вообще даже сложно когда ехать совсем. Мне придется даже как-то вот так делать еще придется. Чтобы не, танки не слетели. Ну и дальше все узнаете. Сразу, когда я начинаю подходить к повозу, то у меня сразу вообще вот такой слез летели. Вот поэтому это называется небольшая сложная работа водителем быть. Поэтому буду ставить штанги тогда, что дальше вообще будет? А? Буду ставить штанги тогда, больше ничего. Да блин. Короче, сейчас. Вроде бы поставил тогда, поехали что ли, покажу дальше места. Где бывает сложная работа. Так, вот поворот опасный, и это вообще реально может быть опасный поворот. Поэтому надо придется вот так тихонько нажимать на газ. Да, так, тихо. Вот это реально опасное место с опасным поворотом. Прошли его. Как он слетит? Прошли. Вот это самое опасное место, которое штанги могут слететь в любой момент, да. Особенно, когда я прибываю на остановку. Это надо, блин, аккуратненько, чтобы не слетели они. Вот! Вот, я сразу обратил внимание на этот зазор. Вот этим зазором вообще штанги цепляются за него, а потом происходит скот. Слёт, да. Блин, надо было аккуратненько, как-то тихонечко, полигонечко. Во! Во! Походу, уже намечает живый! Я так и думал. Мы приехали. Вот самое опасное место. Если вы обратили внимание на... Если вы обратили внимание на тот зазор, именно как раз таки и он цепляет за эту штангину, вернее штанги, и поэтому происходит сход левого штанга. И мне придется вот так каждый раз на остановке ставить штанги. Вот, это трудное место, как бы сказать, там такого там. Но есть дальше еще там какие-то зазоры там. Мы заранее не выключаем аварийку и поехали дальше. Полигонечку, как бы сказать-то. Опа. Еще один какой-то зазор. Да тормозите. А, все, тормознул уже. Короче, да. Там еще один зазор есть. Вот он. Еще один зазор. Блин, да. Ай, погоди, там аккуратненько. Тихо! Я так и думал, что это вообще будет такое деть. Короче, пододвинул как-нибудь его таким образом вообще. Даже вообще придется мне перезапустить, блин, аппарат. Так, а какой из них правильный-то? Блин, даже не знаю. А, вот же он правильный, вот он. Ты дожимайся ты. Так, давай заставляйся-то. Уже наступает утро, а я фары еще, во-первых, не выключил, а во-вторых, я еще штанги не поставил на провода назад. Вот, да. Поэтому в Южно-Исетске вообще, но некоторые называют почему-то городом Екатеринбург, хотя это как называется Южно-Исетск Урбанмове. Почему-то так. А почему-то другие называют города Екатеринбург. Так, вот сейчас надо берегите этих зазоров вообще, которые будут на ним мешать троллейбусам. Поэтому лучше берите не старый троллейбус, а новый троллейбус, чтобы не ставить штанги. Вот видите зазоры такие? Либо, вот короче, либо лучше берите новый троллейбус, который в нем штанги нельзя поднимать. Ну, можно не поднимать штанги, которые. Или вообще берите автобус и все. Даже вообще трамваи там. Ну трамвай, конечно, тоже может быть проблемой. Я вот в этом видео буду, конечно же. Так, тихо. Во! Получилось! Так, осталось бы рассмотреть зазоры, блин. Ой, как я вообще пододвинул троллейбус. Так, надо бы аккуратненько как-нибудь, чтобы они не слетели снова.
Поэтому такое опасное место, лучше не берите старый троллейбус, типа МАЗ-103Т, там, типа того. МАЗ-103Т не берите. Не берите БКМ-213 и какие-то там другие старые троллейбусы. Да, там, походу, зазор, если не ошибаюсь. Там, походу, вон тут зазор. Не знаю, пройдем ли мы его или нет. Так, аккуратненько, полегонечку давай. Прошли! Так, осталось бы как-нибудь вот с этим маленьким зазором разобраться, который маленькая дистанция этих проводов. Тихо, 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 пожалуйста, не спеши, надо бы не спешить, зазоры вообще не горели. Уй, чуть не слетели. Так, а тут вообще опасно, может быть, я так понял. Так, аккуратненько. Прошли! Вот следующее опасное место возле трамвайных путей. Это трамвайные пути. В общем-то. У нас вообще как раз такие провода ведут сюда. Вернее, направо. И поэтому у нас будет такая небольшая ситуация в том, что санки могут лететь вообще. А там, типа, сзади там какой-то трамвай есть вообще. Тут один путь. Тут один путь, ребят. Один трамвайный путь вообще. Реально. Да, это реально вообще трамвайный путь. Ну вот почему город, почему игроки называют городом Екатеринбург? Потому что там есть какая-то типа станция метро, вон там. Ну там вообще какой-то спам, который не работает. Ладно, проходим дальше. Что там, на чем остановились-то? А, да! Зазоры штангов, вернее проводов, которые тянут они очень сильно вообще. Даже троллейбус не проедет. Включаем заранее поворотик там. Так, давай, так, полегонечку. Да. Так, тихо, тихо, тихо. Главное не следить. Опа, вот зазор обнаружен. Вот зазоры нашли. Уже. Так, окей, дальше, блин. Главное, чтобы они не слетели два раза. А то, если два раза летят, тогда трамвай типа приедет там. Ну, как вот приедет там. Я сейчас вообще, как бы сказать, один на карте. Да, один на карте, поэтому никакого трамвая нету. Это просто вам показываю, типа напоминаю. Тихо, 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 тихо! Фух, бесит меня это все. Да, включи аварийку. Я так и думал. Вот, зазор мешает вообще. Даже два слетели. Все, ставлю штанги. Ну, почему-то у меня аварийка вообще... Амин на правильный поворот выключился, ладно. Фух, разобрались вот с этим зазором, надеюсь. Вы поняли. Дальше поехали. Колеса трамвай такой вообще, господи. Это опасно. Это опасно, танки могут лететь в любой момент. Ну там пока никого нету. Так, тихо. Надо бы обойтись зазоры. Вот, опять тут в двух местах обнаружены зазоры некоторые. А тем временем у нас уже темнеет, как бы сказать. Так, потихонечку, давай. Вы бы немного прошли. Остался самый узкий зазор в мире, который не думал, я могу лететь с нами. Так, тихо, тихо, тихо. Вот, походу, намечается чаевые. Сейчас начинаются чаевые, походу. Сейчас, походу, начинаются чаевые какие-то там. Не выключаем аварийку. Проверяем еще раз. Походу, это реально какие-то чаевые. Вот. Видно? Видно вообще, да? Вот, как бы там сделать камеру нормально. Вот, попробую убрать эту, пока пульт управления, да. Вот, надеюсь, вы видите это... Блин. Надеюсь, вы видите такую картину вообще, вот, насчет этих штангов вообще. Опа, вставились на место, повезло. Я проехал. Фух. Работа, конечно, с троллейбусом реально для водителей трудно.
Там остановка там, конечно, там вот, там есть автобусная остановка, но она там для автобуса только. Мы его проезжаем мимо. Так, следующий зазор. У нас вот походу оттихо. У нас тоже поворот на железнодорожный вокзал, и там снова трамвайные пути встречаются. Так, аккуратно. Тихо-тихо. Пошли! Увидите снова станцию метро? Это типа станция метро, а наоборот там уже спавн красный. Ладно, не обращай на него внимания. Вот. Зазорочки. Сейчас, блин. Надо бы как-нибудь зафиксировать их. Короче, да. Вон тут зазоры. Тут зазоры тоже вообще наполовину есть. Так, надо бы как-нибудь придумать вообще, блин. Как, блин, пройти эту стрелку? Так, тихо. Ну вот, что могу сказать. Вот первый танк слетел, да и все нормально. Ага. Ой. Чё-то я не понимаю, они что, ставились на место? Они реально ставились на место. Офигеть. Магия какая-то вообще. Пришел ставить танки, а они сами поставились каким-то образом. Ну ладно, поехали тогда, что ли. Дальше, только надо быть аккуратненько. Вот. Тихо. Так, спокойно. Там надо обходить, блин, трамвайные пути. Так, спокойно, пожалуйста. Ого! Ну, короче, вон, да. Последний раз покажу вот еще какие-то другие зазоры, и потом перейдем к трамваю. Там, кстати, тоже некоторые проблемы с трамваем есть. А со стоп-местами вообще ничего страшного нету. Поэтому у нас победители это новые троллейбусы, там, которые в нем санки можно не поднимать. И любые, абсолютно любые автобусы. У нас, конечно же, поиграли Mazda 3T и тот самый БКМ 1021. Да еще и БКМ 213, я так понял, потому что это троллейбус старый. Так, вот опять зазор будет, я так понял. Так, тихо, пожалуйста. Тихо. Так, вот видите, некоторые зазоры джипы, там сейчас зафиксируют. Вот зазоры там и там зазоры есть. Так, тихо. Не надо мне. Так, вот надо бы аккуратнее выключить, ну. А вы пошли. Ладно, надеюсь, вы все поняли про троллейбус, там работу сложную. Тогда мы перейдем дальше к трамваю. Ладно, удаляем троллейбус и отправляемся в трамвайное депо. Короче, вот трамвайное депо. Мы берем БКМ 601 на любом трамвае абсолютно. Ой, не тот троллейбус, это вообще полировано-моечный. Вот берем такой трамвай, да открывает двери. Он не открывается вообще! Он заблокирован, походу. А, они открылись. Короче. Ну, выбираем любой маршрут, без разницы какой там. Ну, попробуем тогда аэропорт вообще. Ладно, мы можем не включать там. И, короче. И типа такое вот, едете на трамвае с парком на работу. Все пока в порядке. Трамвай едет у нас. Но, когда там появляется стрелочка, то там... Вот!
Вот. То есть, когда вот на стрелке можно, или где-то в таком месте, где начинается вот такая полоса дороги, тогда тут трамвай может застрять вообще, да и все. И это является таким небольшим минусом. Что же, надеюсь, вам понравилось это видео. И обязательно, как и... Короче, вот название карты я оставлю либо в описании, либо в комментариях оставлю название карты, обязательно. Ну что же, надеюсь, вы все помнили про троллейбусы и трамваи. Всем удачи, всем пока.